Привет, я Фантик. Хочется разукрасить что-то классненькое. Это же я, огонь! Будильник звенит, значит, время обеда. Это для Мишки. А это для единорога. А это для меня. Мишка, единорог. Пойдемте обедать. Идите ко мне, мои хорошие. Шарики нам пригодятся. Поехали! А вот твое место, Мишка. А это твое, единорожка. А каша у нас будет из шариков. Ой, не из этих. Шарик, шарик, закрутись, пластилин ты превратись. Это шариковый пластилин, круто! Вот это да! Как классно! Из зеленого шарикового пластилина я сделаю кашу. Каша готова. Угощайся. А это тебе, единорожка. Не хочу кашу, хочу яблоко. Не хочешь кашу? У меня есть идея. Сделаю яблоко из шарикового пластилина. Готово! Вот твое яблоко. Мое любимое яблоко. Из остальных цветов фиолетового, розового, желтого, синего и оранжевого. Я сделаю торт. Сперва надо тесто хорошо размять. Теперь сделаю аккуратный корж. Готово! Теперь сделаю второй корж. Все, торт готов. Кому кусочек? Отрежу. Мишка, это для тебя. А это для тебя. Вырежет, аппетитно. А этот кусочек мне. Приятного аппетита. Давайте зайдем в Фейнет. Это Ботя, мое домашнее животное. Ужасно умное. Ботя, ко мне. Фу. Не трогай. Это что такое? Фантик оживил ботинок. Умоем ротик. Тебе, единорожка. А теперь поехали играть.
подписывайся на мой канал и ставь лайки, если ты любишь лепить из шарикового пластилина. Пока-пока! Пока! Пока-пока! Так хочется горяченького чаечку! Привет, Бусинка! А что ты делаешь? Привет, Фантик! Пью чаек. А с чем ты пьешь чай? С чем-то вкусненьким? Ни с чем. Сладкое портит фигуру. Смотри, что я принесла! Ого-гошеньки! Лучший способ следить за фигурой – есть правильное печенье. Ой, Фантик, это ты! Бусинка, а это ты! Сдобное печенье от фееринок! Ну как, вкусненько? Просто феерично вкусненько! Попробуй! Ой, а можно мне чаёк? Конечно, конечно! Как вкусно! Будешь еще? Нет, спасибочки, я больше не буду. А если печенье будет с вареньем? С вареньем? С малиновым? Давай! Сейчас-сейчас. Вареньице. Фантик, давай печенье. Держи. Так. Как сладенько. А давай теперь печенье с мороженым. Давай. Нам нужна ложка. Сейчас бегаю. Спасибочки. Ну что, давай пробовать. Давай пробовать. Как вкусно. А с чем еще можно есть печеньки? Со взбитыми сливками, бананом, мармеладками, клубникой, голубикой. Ой, пакетик пустой. Хорошо, что у меня еще есть печенье. Не забудь посыпку.
Я сделаю канапешечку. Готово. Фантик, держи. Спасибо. Угощайся. Вау, супер. Фееричненько. Ты тоже можешь повторить наши рецепты или придумать свои. Подписывайся на наш канал Фееринки Плей. Ставь лайк и жми на колокольчик. Пока! Шел по лесу осьминог, прыг-скок, прыг-скок. А за ним единорог, прыг-скок, прыг-скок. Где-то собачка. Кажется, звук отсюда идет. Здесь нет. Где же собачка? Собачка, вот ты где! Бедненькая собачка, не волнуйся, я о тебе позабочусь. Сначала тебя нужно помыть, а твой бантик я положу в стиральную машину. Правда, я молодец? А теперь пора купаться. Какая ты хорошая, миленькая. Пора сушиться. Ой, ой, не брызгайся. А теперь мы поиграем. Салон красоты. Теперь тебе надо расчесать. Надо тебя подсушить немножечко. А теперь украшения. Ты будешь самый красивый из собачечек. И красивые колечки на хвост. Теперь подкрашу тебе веки. Ой! Смотри, какая ты красивая. Убираю набор стилиста и достаю утюг. Потому что бантик уже чистый, его надо погладить. Как новенький. Ты такая хорошенькая, такая пушистенькая и красивая.
Давай я тебе придумаю имя. Ты будешь Бантиком. О, Бантик! Пойдем вместе прыгать по коврикам. Пойдем! Шел по лесу осьминог, прыг-скак, прыг-скак. А теперь твоя очередь, Бантик. А за ним единорог, прыг-скак, прыг-скак. Молодец, Бантик. Мне нравится играть. Если тебе тоже нравится, поставь лайк и подписывайся на наш канал Фееринки Плей. Пока-пока.